Сегодня мы будем создавать голограмму с помощью телефона. Для этого нам понадобится маркер, скотч, ножницы для того, чтобы разрезать пластик, прозрачный пластик, в моем случае это крышка от коробки конфет. Также это будет бумага, где мы будем рисовать трафарет для сторон пирамиды и линейка. Давайте же приступим. Для начала нам понадобится бумага, маркер и линейка. Будем рисовать шаблон для нашей пирамиды. Рисуем равнобедренную трапецию с основаниями 1 см и 6 см. Высота у нее будет 3,5 см. Наш шаблон готов. Теперь мы будем приносить нашу трапецию на пластиковую коробку. Но сначала мы обрезаем лишние края у пластика, чтобы нам было проще переносить трафарет. Обводим трапецию и вырезаем таких 4 кусочка. Вот такие 4 стороны пирамиды у нас получились. Мы их еще немного протерли влажной салфеткой, чтобы они стали более прозрачными. Далее берем скотч и склеиваем все элементы. Немного подрезаем края пирамиды, чтобы она была более устойчивой. Вот такая конструкция у нас получилась. Давайте посмотрим, что у нас вышло. Открываем YouTube и вводим в поиск голограмму. Там нужны особые видео, где клип снят в 4 проекциях. Первое видео нам не подходит. Разместим пирамиды в перевернутом виде в центре смартфона. Чтобы увидеть нужный эффект, нам нужно смотреть с боковой стороны. Теперь выключаем свет и наслаждаемся собственной голограммой. Давайте разберемся, из-за чего мы видим этот эффект. Устройство создает трехмерную иллюзию для зрителя и делает изображение или видео таким, как если бы оно находилось в воздухе. Работает по принципу призрака Пеппера. 4 симметрично противоположных варианта одного и того же изображения проецируются на 4 грани пирамиды. Каждая сторона проецирует изображение, падающее на нее, в центр пирамиды. Эти проекции работают в унисон, образуя целую фигуру, которая и создает трехмерную иллюзию. Спасибо, что ты посмотрел ролик. Не забывай выкладывать видео со своей голограммы в Instagram и отмечать музей оптики.